birlikte yaptığımız bu ilmi toplantının ikinci günün açılışını yapıyoruz. Сегодня мы продолжим нашу встречу с господином Ефимовым. Dün benim açımdan çok verimli geçti. Вчерашний день с наших позиций прошел достаточно продуктивно. Bir de en önemlisi bu. И самое важное. Toplantıların kayda geçip. И самое главное, что эти наши встречи, наша дискуссия, она фиксируется на видео. İnternet üzerinden hem Türk hem de Rus Rusya'dan ilgilenen kişilere ulaşabilmiş olmasıdır. И самое главное еще состоит в том, что она транслируется на территории России, и товарищи из России могут с удовольствием наблюдать нашу трансляцию. У них есть такая возможность, и она наблюдалась. Dün herhalde dünyada pek bilinmeyen bir bakış açısıyla meselelere bakıldı. Вчера мы, как вы тоже могли это понять, мы рассматриваем события с несколько неординарных углов зрения. Hem bütün dinlerin, yani ilahi dinlerin tamamının kitaplarına bütüncül bakış anlatıldı. То есть речь идет о том, что мы воспринимаем книги не с послания предыдущие, данные до ислама, с точки зрения единой позиции, как единую систему знания от Бога. Peygamber peygamber diyorum. Bizim yani İslam dininin kitabı olan Kur'an'a da bütüncül bakışın önemine vurgu yapıldı. И оценка Корана, рассмотрение Корана тоже производилось с целостных позиций. Sonra da yaratılan ayetler konusuna geçildi. Потом мы рассматривали созданные аяты, то есть природу. Ve bunların öne çıkarılması, bunların iyice öğrenilmesi, onlarla indirilen ayetler arasındaki ilişkinin kavranması üzerinde duruldu. И с тем, чтобы еще лучше воспринять и понять вот эти аяты, и с тем, чтобы рассмотреть их в целостной перспективе в движении неспосланнической мысли. Bugün de fıtratın bozulması üzerinde durulacak. А сегодня мы будем говорить о нарушении фытрата, то есть объективной закономерности, положенной Богом в мире. Biliyorsunuz, fıtrat dediğimiz zaman varlıklar aleminde geçerli kanun ve kuralları anlıyoruz. То есть мы еще раз подчеркнем, что мы когда говорим о фытрате, в широком смысле фытрат это логос, закономерность, закон, необходимость, действующие в мире. Tabiatı İnsandan başka bozacak bir varlık yok. Природу ничто не может нарушить ее закономерности, никто и ничто не может нарушить, кроме самого человека, его деятельности. Aynı şekilde tabiatı insandan başka imar edecek bir varlık da yok. И в то же время нет никакой другой субъективности или действующего фактора, который бы восстановил нарушенное в природе равновесие, кроме самого человека. Eğer insan bir başkasını sömürmek istiyorsa tabiatı bozmakla başlıyor. Если человек действует неправильно и кого-то, значит, выводит, так сказать, выходит что-то, выходит из строя, это все связано с тем, что природа нарушается. Поставленная, значит, реализованная в природе закономерность объективная нарушается. Bugün dünyada bir ilaç sanayi var. Сегодня в мире есть единственный источник лекарства в этом вопросе. Единственное лекарство, да. Bir de bu ilaç sanayinin yetiştirdiği bir kadro var. И есть вот кадры, выращенные этим, скажем, фармакологической ассоциацией или объединением, или структурой в обществе. Bunlar ana rahminden itibaren çocukları bozmaya başlayabiliyorlar verdikleri ilaçlarla. Они могут нарушить строение организма уже начиная с детского возраста теми лекарствами, которые они предлагают человеку. Doğduktan sonra da ilaçlarla yine fıtratı, vücut yapısını bozmaya devam ediyorlar. И после рождения они продолжают нарушать строение организма, здоровье человека, то есть его закономерность, логос, фытрат этими лекарствами.
Bir ay önce burada bu konuda yaptığımız bir toplantıda мы месяц назад было у нас собрание научная дискуссия, посвященная этой теме. İzleyicilerden yaşlı bir doktor şunu söyledi. И один профессор, доктор из медиков сказал следующее. Dedi ki biz talebeyken şeker limiti 180 olarak öğretilmişti bize. Когда мы были еще студентами, нам говорили о том, что лимит сахара, предела сахара в организме 180 был объявлен этот лимит. Нас этому учили. Şimdi 70'e kadar indirdiler. Затем они снизили до 70. Artık bundan sonra neredeyse yeni doğan çocukları şeker hastası sayacak hale geldik. И где-то получилось так, что уже вновь рожденные дети считаются носителями этой болезни, сахарной болезни. Burada tabii o ilaç şirketleri ilaç satabilmek için yapmadıkları cambazı bırakmıyorlar. И вот эти фирмы, которые производят лекарства, вот эту свою направленность не на то, чтобы производить лекарства такого рода, они не оставляют, они продолжают это производить вот такой же, по такой же методе. Aynı şekilde bir eğlence sektörü var. Есть еще так называемая сфера развлекательная или развлекательных услуг, скажем так. Onlar da aileyi bitirdiler. А они свели на нет семью. Artık insanlar evlenmekten kaçıyor. Теперь люди даже не могут жениться, так сказать, не желают жениться. Nüfus giderek azalıyor. Количество населения, рост населения, народа населения уменьшает, роста нету, начинает численность населения падать. Ve yaşlanma her geçen gün artıyor. И старчество или старение людей увеличивается с каждым днем. В каждом обществе число старшего поколения начинает превалировать. Ve bütün bunların en kötüsü de bugün üzerinde duracağımız faiz konusudur. А теперь я могу заключить так, что самое сложное, самое трудное следствие и самое неприятное следствие из всех этих нарушений – это процент. Сегодня мы будем исследовать процент. Faiz insanın fıtratını bozuyor. Процент нарушает природную организацию человека, социально, так сказать, социально-природную или социальную по природе природу организма. İşte kredi sistemi deniyor. И это называется кредитной системой. Kredi borç demektir. Kredi ne dedi? Borç. Borç. Да, борч. Кредит – это взаймы, мы знаем, дача денег взаймы. Borca dayalı sistem faizsiz de olsa ekonomiyi sıkıntıya sokar. Если эта система кредитования без процента, она будет создавать трудность для общества. Çünkü istenen zamanda o parayı kazanıp geriye vermek her zaman mümkün olmaz. Потому что своевременная оплата денег по кредиту не всегда делается возможной. Bu da o borcu ödeyemeyenin psikolojisini bozar. И это нарушает психологию и психомировосприятие человека, который должен оплатить этот кредит, этот счет. Borç verene karşı kendisini köleleştirir. И кто дает деньги взаймы, он превращает его в своего раба. Bir de kredi sisteminde sadece borç değil, faizli borç esası vardır. А еще в кредитной системе не просто это долг, это процентный долг. Bankalar piyasadaki paraları toplayarak ilk adımda para darlığı meydana getirirler. Деньги, которые собирают... Hocam bir daha baştan söyleyeyim. Bankalar mevduat topluyorlar ya, para kendilerine yatırılan paraları toplarken piyasadaki mevcut paranın önemli bir kısmını alarak darlık meydana getirirler. Şimdi banki, собирая вот эту сумму у людей в банках, складывая ее, банкиры,
они создают определенную сложность денег на рынке. O topladıkları parayı da faizli olarak piyasaya verir. И вот эти деньги, которые они собирают с общества, с людей деньги, они отдают обратно в виде процентов, с процентной надбавкой на них. Piyasadaki diğer paraları da kendilerine çekerler faiz yoluyla. И они при помощи процента собирают к себе, стягивают к себе и другие деньги, имеющие в обществе, так сказать, на рынке. Ve bir müddet sonra piyasanın bütün paraları onların hakimiyeti altına geçer. И вскоре все деньги, которые есть на рынке, попадают под их управление. Batı'da meydana gelen bir bankacılık sistemi bugün devrededir. Сегодня действует та система, которая сложилась на Западе, западная банковская система. Bu bankacılık sistemi eskiden altın ve gümüş paralar borç verilirken o altın ve gümüşü temsil eden makbuzların, banknotların borç verilmesini getirmiştir. Ныне действующая эта система, раньше она, значит, те деньги, которые она выдавала в кредит, в долг, она компенсировала их или объявляла их выдачей банкнотов, ценных бумаг держателям, кредитуемым лицам. Bu banknotlarla piyasaya altın çıkmadığı için bu banknotlar başlangıçta 10 katı kadar borç verileri olmuştur. Когда еще до золота эти деньги, которые выдавала банкноты, которые выдавались банками, выдавались десятикратной форме по отношению к тому капиталу, который банк брал в долг или имел у себя, вернее, в целом имел у себя на своем счету. Десятикратное превышение составляла эта сумма. Yani halktan 1000 altın almışlarsa 10.000 altın borç vermişlerdir. То есть если они брали 10 скажем, тысяч 10 золотых с банка собирали с пиасы с рынка, то они давали десятикратное обязательства в кредитовании товарищам, к своим клиентам. 10 раз, то есть, скажем так, один номинал в банке, 10 номиналов кредита у населения. İnsanlar gelip de o banknotlar karşısında altın talep etmedikleri için işlerini rahat yürütmüşlerdir. Пока люди не требовали своих денег под эти банкноты, банкиры жили, так сказать, спокойно. Fakat yani kısa özet geçeyim de şeyde 60'lı yılların sonunda General de Gaulle Amerika'ya karşı siz bu banknotların üzerinde yazılı altını ödeyemezsiniz diye bir savaş başlatmıştır. Начал борьбу с США за то, что объявив положение о том, что вы не можете удовлетворить деньги, которые вы даете банкнотами. Onları öderiz deyince Avrupa'dan dolarları uçaklara doldurup Amerika'ya göndermiş ve altınları talep etmiştir. Они сказали, нет, мы можем. Тогда было сделано так, генерал сказал, что соберите Европе доллары, отвезите их в Америку и пусть они нам вернут золотом. Sonra Amerika bu dolarları veremez olmuş ve üzerinde bunun karşılığı Amerikan Merkez Bankası'nda altın olarak vardır ifadesini kaldırmıştır. Естественно, Америка не смогла ответить на это, а потом Центральный банк сделал такое заявление. Он сказал, что мы не обеспечиваем золотом содержание тех денег, которые находятся в руках у людей. Şimdi artık bu paraları konvertibil olan, yani bütün dünyada geçerli olan ülkeler теперь те деньги, которые мы называем конверсионными, то есть которые имеют хождение место по всему миру. Bir çanta kağıt getirerek
Rusya'nın, Türkiye'nin çok değerli mallarını sadece bir kağıt karşılığında almaya başlamışlardır. А теперь вот это конвертируемое сделает так, создает такое положение вещей, когда люди Запада приводят в сумочки кучу, небольшую кучу бумаги, и на эту бумагу покупают, ну, в таких странах, как, скажем, наша, достаточно большое количество продуктов. Банкалар bunu da istismar etmiş. Банки эксплуатируют и этот метод. Devletin basmış olduğu bu kağıt parayı karşılık göstererek piyasaya sadece kayıtlarında olan paralar sürmüşlerdir. И теперь, учитывая вот эту ситуацию, банки пошли дальше, они стали выводить на рынок деньги, которые отмечены, отмеченные деньги или зафиксированные деньги, которые отмечены у них на счетах. Ve kendilerinde bulunan o paraların çok üstünde paralar piyasaya faizli olarak borç verilmeye başlamıştır. И вместе с этим они стали выдавать людям под проценты многократные большие суммы денег, которые они не обеспечены. Мы сказали, 1 к 10 стали превышать этот процент столько, сколько они сочли возможным. 10 katı, 20 katı, 30 katı. 10, 20, 30 раз. Bugün 100 katına kadar para üretebilmektedirler. Во 100 крат могут они превышать вот эти деньги по отношению к тому, что они получили. Rusya'ya sadece bir internet kaydı olarak 100 milyar dolar gönderirlerse, ki sadece internette yazılı bir kayıttan öteye bir şey değildir, Rusya'nın 100 milyarlık hakiki malını, petrolünü, altınını, şusunu, busunu alabilmektedirler. Скажем, если они посылают какую-то страну, ну, скажем, в Россию, некоторые по интернету, по одной интернетной заявке фиксируют, что мы дали вам 100 тысяч денег, то они реально у этой страны могут покупать реальные товары на эту сумму. Еще раз подчеркиваем, они дают только расписку в том, что они дали им деньги. А на самом деле, реально, в обратную сторону текут реальные товары на эту сумму. Sonra bununla da yetinmiyorlar. И это им недостаточно. Şeyleri, dünyadaki bütün devletleri birer kanserli hasta haline getirmişlerdir. И они, этого недостаточно, они делают следующие шаги, и всех, все население мира, подобно тому, как их захватывает какая-то болезнь, такая нехорошая, продолжает развивать вот эту линию. Dün Yefimov'un çok haklı olarak söylediği gibi iktidarlar üzerinde bir iktidar oluşturmuşlar. Вчера, как вчера говорил господин Ефимов, они создают правительство над правительством национальным. Ve bu defa da o kayıtlarda oynayarak devletleri sıkıntıya sokmaktadır. И теперь начинает играть с теми, да, отметками о денег, что они дали деньги людям и правительствам, начинает вот этим фактором играть со странами. Bu şey, bu batılılar buldukları bu banknot sistemi ile эти западные деятели, товарищи, так сказать, господа, при помощи вот этих банкнотов o boş kağıtlarla Osmanlı Devleti'ni batırdılar. Они свалили и такое мощное государство в истории, как Османская империя, вот этими бумагами. Sonra bir Osmanlı Bankası diye bir banka kuruldu. Затем они построили банк под названием Османского банка. Французларla İngilizlerin ortak olduğu bir banka. Французами и англичанами вместе совместные. Osmanlı Devleti sadece bir tane şeyle, müfettişle bankayı teftiş edebiliyordu. А турецкая сторона могла быть представлена лишь одним, ну, скажем, контрольным лицом в этом банке. Ve onun çıkardığı kağıtlar para sayılıyordu, bir merkez bankası gibiydi. И те деньги, которые они издавали, печатали, считались такими же в силе, как деньги центрального банка, которые производит центральный банк. Birinci Dünya Savaşı'nda o banka bu kağıtları da çıkarmadı. А в Первую мировую войну
этот банк, английский, так сказать, французский, не произвел и этих даже денег. Çünkü iyi kötü yine o kağıtlarla alışveriş yapılabiliyordu. Худо-бедно этими деньгами можно было производить какую-то торговлю. Обмен. En zor zamanda o kağıdı bile piyasaya sürmedi. Но вот даже эту бумагу, бумажные деньги, они не снабдили рынок этими деньгами. Bugün o internet kayıtlarıyla dünya piyasalarıyla nasıl oynuyorlarsa o zaman da Osmanlı ile oynadılar. Сегодня так. Подобно тому, как они сегодня играют своими отметками в интернетах, выдавая, значит, за эти отметки деньги, а занимая товар, в то время они так сыграли эту игру и с османами, с Османской империей. Ve bir başka ilginç örnek de İkinci Dünya Savaşı'yla ilgilidir. И один интересный пример связан со Второй мировой войной. O zaman Türkiye'de para basma matbaası yok. В то время машины для техники для печатания денег в Османских в Турции не было. İngiltere'de basılan paraları Türkiye'ye göndermemek için önce dediler ki matbaaya bir uçak bomba attı ve parayı gönderemiyoruz. Теперь эти деньги, которые печатались в Англии, значит, получилось так, что вот система, которая действовала в Турции, значит, была gerçek bomba attı. Tabii yani uçaktan matbaaya bomba atıldı. Tamam. Parayı gönderemiyoruz dediler, göndermediler. Они взорвали, значит, с воздуха бросили бомбу на эту типографию и потом сказали, что мы деньги вам послать не можем. Türkiye'ye para getiren bir gemiyi de Filipe limanında batırdılar. И одно судно, которое привозило деньги в Турцию, они его тоже утопили здесь недалеко. O zor zamanda savaşa girmemiş olan Türkiye'yi cezalandırdılar. То есть они наказали Турцию, которая не вступила во Вторую мировую войну, но вступила, значит, на стороне немцев должна была быть. Babalarımız ve dedelerimiz o zamanlar o kadar büyük maddi sıkıntıya girmişler ki bu alışveriş kesildiği için. Наши старшие поколения, отцы и средние поколения до того вошли в очень сложное положение, но денег нет. Возможности купить нет ничего. Bazı yerlerde buğdaylar çürürken bazı yerlerden insanlar ekmeksiz kalmıştır. Люди остались без денег и даже не было возможности хлеб купить. Такая сложность была. İşte bugün o açıdan Yefimov'la yapmış olduğumuz bu toplantı son derece önemlidir. Если оценить все эти события, то вы можете представить себе, какое большое значение имеет сегодня наша встреча с господином Ефимовым вот в плане этой темы. Bütün bu oyunları görmüş olan bir ilim adamıdır kendisi. Он знает и видел вот эту всю практику. Он ученый, и вот мы надеемся вот на это его просвещение или научный анализ этих проблем с его стороны. Yani bu şey bankaların yaptıklarını, bankaları birer kanserli uğur kabul edersek, yani habis uğur, kanserli uğur vücutta birikiyor ya, bugün dünyada ülkelerin hemen hepsini sarmış vaziyettedir. Скажем так, что вот эта банковская система, которая сегодня сложилась в мире, она изнутри разрушает организм. Изнутри его, значит, является внутренней его болезнью и разрушает его. İnşallah biz burada doktorlar olarak bu kanser hastalığının nasıl giderileceğinin ilaçlarını insanlığa sunmaya çalışacağız. А мы, будучи здесь своего рода скажем, специалистами по лечению этого организма, мы найдем возможности и средства, чтобы вызволить мир из этого его состояния. Elbette ki ilaç firmalarını, yani böyle şey vücudu hasta eden şey grupları rahatsız edecektir ama. Понятно, что это будет беспокоить тех, кто производит сегодня лекарства в мире для излечения организма, а на самом деле для поддержания его в том же состоянии.
Ama milyonlar, milyarlarca insanı inşallah kurtaracak reçeteleri burada sunacağız. Но то, что наши здесь вот исследования станут избавлением миллиардов людей от этого тяжелого поражения, я считаю, что вот это будет нашим обретением. Аллаху Тааля аятинде diyor ki Allah faizli işlemleri daraltır ve zekata dayalı sistemi genişletir. В Коране говорится, это один из центральных моментов, что Аллах сужает процентные сделки, но расширяет пределы для зеката, то есть для того, чтобы оказывать человеку безвозмездную поддержку. Зекат экономинин дышына чыккан өгелери сүрекли экономинин ичине алырken зекат, он берет те направления, которые выходят за экономику, он их обратно возвращает в экономику, потому что он поддерживает человека, дает ему возможность войти в жизнь. Faiz ekonominin en önemli ögelerini sürekli ekonominin dışına atar. А процент все делает по-другому. Он все основные функции или направления экономической жизни выбрасывает за пределы жизни, выводит за пределы жизни. Ben kendi düşünceme göre bugün üç konu üzerinde duracağız, durmak gerekir diye düşünüyorum ben şahsen. Я с этих позиций думаю, что сегодня мы будем останавливаться на трех важнейших темах. Bir, borca dayalı bir ekonomik sistem olmaz. Olmaz. Birincisi evet, borca dayalı bir ekonomik sistem olmaz. То есть невозможно экономическая система основанная на долге. Первый пункт. Çünkü bu insan tabiatına aykırıdır, fıtrata aykırıdır. Противоречит человеческой природе. Hür olarak doğan insanı borç veren kişinin karşısında köleleştirir. Ибо свободно рожденный человек становится рабом перед тем человеком, который дает ему в долг. Faiz bu sistemi çok daha acımasız hale getirir. Процентный долг приводит эту систему в еще более трудное или огорчительное положение. Toplumda borç almamış olanları da köleleştirir. Он со своей стороны превращает в рабов и тех, кто в обществе не получает или не принимает или не имеет долг. Tıpkı kanserli habis urların vücudun bütün organlarını işlemez hale getirdiği gibi. Ведь болезнь в человеке разрушает не только тот орган, которым она овладевает, но и организм в целом делается неработоспособным. Üçüncü olarak da ülkelerin sosyal yardım ağlarını en küçük birime ulaşacak kadar genişletmelerini konuşmamız lazım. Bir daha hocam. Ülkeler sosyal yardıma dayalı bir sistem oluşturmalıdırlar. Sosyal yardıma, yani zekata, yani sosyal evet. Yardıma dayalı bir sistem oluşturmalıdır. Zekata dayalı isterseniz, zekata. Третий пункт заключается в том, что мы должны организовать систему поддержки, основанную вот именно на закяте, то есть не на даче в долг, а на безвозмездной поддержке. Evet. Çünkü zekatla, ибо зекатом ülkenin bütün fertlerine ihtiyaç halinde yardım gider, ihtiyacı olmayanlardan da yardım alınır. Ибо при помощи зеката всем людям общества, всем членам общества оказывается поддержка, а с тех, которые недееспособны в экономическом смысле, с них не берется, ну, долг, evet. Скажем, или да, налог, скажем. Faiz bütün vücudu kanser gibi hasta ederken, в то время как процент приводит организм в ненормальное, в болезненное состояние, zekat hastalanan organları tedavi eder.
Закят поступает совершенно обратным образом. Он восстанавливает здоровое состояние органов или органа и организма в целом. Bütün bunları düşündüğümüz zaman bugünkü toplantı son derece heyecan verici ve umut verici bir toplantı olacaktır. Если принять все это во внимание, то сегодняшнее наше собрание, вот эта дискуссия, она должна быть очень такой активной, энергонаполненной и в то же время дающей нам надежду на то, что вот те негативные последствия, которые сегодня имеют место в обществе, они будут, ну, преодолены хотя бы нашими теоретическими рекомендациями о них. Biz içimizde koskoca Osmanlı'nın beş para etmeyen kağıtlarla nasıl batırıldığının üzüntüsünü taşıyoruz. Мы несем в себе то огорчение или ту трудность в мировосприятии, которую была осуществлена благодаря тому, что какими-то бумагами, скажем так, была разрушена такая великая империя, как Османская. Профессор Ефимов, да, Русьянин, sırf internet kayıtlarında oynamakla nasıl ekonomik sıkıntıya sokulduğunun üzüntüsünü taşıyor. А господин Ефимов, это ваш адрес, что расскажет нам о том, как при помощи вот этих сообщений по интернету такая страна, как Россия, впадает в это трудное положение в своей экономической жизни. Türkçe'de bir söz vardır. Dert konuşturur derler. В России есть одно слово. Говорят, что обсуждение, мы бы так сказали это, обсуждение заставляет говорить. То есть в ходе размышления разрождается новая мысль. Вот так. Dolayısıyla burada dertli iki grup var. Здесь две группы. Bir Rusya'yı temsil eden grup, bir de biz varız. Одна из них представляет Россию в лице господина Ефимова, а вторая представляет нас в лице, ну, скажем, турецкой научной мысли по данному вопросу. Evet, şimdi dert konuşturacak ve çareler aramamıza sebep olacaktır. И вот в ходе дискуссия будет вызывать необходимость высказываться, и это станет основой для поиска решения по данному вопросу. Evet, biraz uzattım, kusura bakmayın. Şimdi buyurun. Немного затянул, извините, прошу прощения. А теперь мы начнем непосредственно к разговору. Ефимову Tabii. Söz verin. Господину Ефимову предоставляется слово. Пожалуйста, господин Ефимов. Спасибо, уважаемый профессор Бендир. Teşekkür ederiz, Abdülaziz Bayındır'a. Для меня большая честь сегодня поучаствовать в дискуссии с вами. Benim için bir şereftir sizinle burada birlikte olup bu konuyu konuştuğumuzdan. И прежде чем перейти непосредственно к повестке дня, я хотел бы обратить внимание на две детали, которые я считаю очень значимы на матричном уровне. Ve bugünkü konuları anlatmaya geçmeden önce iki madde üzerinden ki onlar çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum ve onlar üzerinde durmak istiyorum. До начала нашей встречи на экране была представлена матрешка. Вы знаете, что это символ России отчасти, матрешка. Bizim burada toplantıdan önce ekranda gördüğünüz gibi bir matruşka vardı. Biliyorsunuz, o Rusya'nın bir simvolüdür. Так вот, матрешка – это однокоренное слово со словом матрица в русском языке. Evet, bu matruşka матрица kelimesiyle aynı kökten gelmektedir. И мы должны понимать, что для того, чтобы разобраться в экономике, нужно понять всю матрешку, потому что экономика – это одна из матрешек, находящихся в центре. Ve bizim de ekonomiyi anlamak için bu matruşkanın ne olduğunu anlamamız gerek ve içinde olduğunu. İstersen bir matruşka bebek getirelim mi söyle kendisine? У нас здесь есть такая матрушка, если хотите. Да, вот было бы очень интересно, я бы показал сейчас. Benim ikinci şeyde, çekmecelerde.
Дело в том, что если вы не понимаете, какие матрешки снаружи, то вы никогда не измените ту матрешку, которая находится внутри. Eğer siz matruşkan dışında olanı anlamıyorsanız, bilemiyorsanız, onun içinde olanı da hiç çözemezsiniz, anlayamazsınız. Biz de bazı şeyleri matruşkayla anlatıyoruz da. Вот, спасибо за своевременную значит, рассказку. Мы тоже на своих лекциях, так вот, Абдулез Байндер здесь объясняет вот это. Я хочу сказать, что экономика – это вот это. Evet, экономия – şu küçük matruşka, да? Но она находится... невозможно там ничего изменить, пока вы не вскроете эту матрешку и не поймете, что это такое. Onu değiştiremezsiniz, çünkü çok в свою очередь, эта матрешка, она заключена в следующую матрешку. Ve bunları tek tek açmamız lazım ki onu çözmek. И если вы не понимаете всю целостность, вы будете веками обсуждать, встречаться на дискуссиях, писать книги, но матрешку вы никак не измените. Eğer onun tümünü anlamıyorsanız, o zaman onu ne kadar toplansanız, konuşsanız da bunu çözemezsiniz. Bu problem çözülmez. Поэтому, говоря сегодня об экономике, я не могу не коснуться матрешки в целом. Ve bugün ekonomiden bahsederken biz bu matruşkayı kullanmaktan geçemeyiz. И вторая, точно такая же, очень значимая деталь. Ve ikinci önemli bir husus da şu ki, вот я уже третий день встречаюсь с фондом Сулеймания и с близкими людьми к профессору Бэйндиру. Neredeyse 3 gündür bu vakıfla ve bu vakıfta çalışanlarla görüşüyorum. Здесь были и представители многих других стран. Ve başka ülkelerden de gelenler vardı. Но за все это время я не увидел ни одного человека в галстуке. Ama ben bugüne kadar hiçbir kişiyi kravatlı olarak görmedim diyor. Это тоже мелочь, которую нужно понимать. Bu da bir basit bir şeydir ama bunu anlamak lazımdır. Система, в которой мы живем, была сформирована во времена древнеегипетского жречества. Bu sistem eski Mısır zamanından oluşmaktadır. Это 1325 год до нашей эры, сразу после фараона Эхнатона. 1325 sene milattan önceki dönemdir. Эхнатон yönetimine dayalı. Фараон. В ту пору люди делились на свободных людей и рабов. O zamanda toplum ikiye bölünüyordu. Köleler ve hürler. Для того, чтобы как-то выделить в обществе раба, а рабы были достаточно богатые люди. Toplumda köleleri bir özelliğini göstermek için ki onlar da bayağı bir zengindiler. Каждый раб должен был иметь на своей шее ошейник. Her bir köle boynunda bir tasma bulundurması lazımdı. В зависимости от богатства или там золоченый evet. или железный. Onun zengin olduğuna bağlı olmadan fark etmiyordu. Demirden mi olur, bakırdan mı? Потом за правилы глобального библейского проекта поняли, что раб, который осознает свое рабство, опасный раб. Ve Biblia babaları şunu anladı ki eğer bir köle kendinin köle olduğunu anlıyorsa o zaman bu çok tehlikeli. Нужно создать таких рабов, которые чувствовали бы себя свободными людьми. Öyle bir köle oluşturmalıyız ki onlar kendilerini hür hissetsinler. И поэтому вот этот ошейник раба был аккуратно заменен на интеллигентный галстук. Onun için o kölelerin tasması bugünkü intelligent dediğimiz kravata değiştirilmiştir. Но чтобы вы знали, те, кто понимает кое-что в глобальном управлении, совершенно четко идентифицируют четкую приверженность субъекта библейской концепции. Это галстук на шее. Evet, eğer bunu daha güzel anlamak istiyorsanız, Biblia sisteminin, Bibli sisteminin insanlar üzerindeki o kravatın ne önemi taşıdığını anlarsınız. Поскольку наша группа работает с цивилизациями всех направлений, то я знаю, что на европейском форуме появиться без галстука – это значит вызвать к себе повышенное внимание и нелепо будешь выглядеть. Поэтому в других местах я иногда тоже одеваю галстук.
bizim grup önemli şeylerde çalıştığı için diyor, Avrupa toplantılarında eğer bir kravatsız gelirseniz veya çıkarsanız kürsüye, o zaman çok hoş karşılanmaz. Вы, наверное, слышали, что несколько раз наш президент проводил встречи без галстуков. Bildiğiniz üzere bizim Cumhurbaşkanı da Vladimir Putin de kravatsız bazı toplantılarını geçirmişti. Отказ от галстука на матричном уровне означает отказ от библейской концепции управления через судный процент. Yani bu kravattan vazgeçme matrica ve matruşkanın getirdiği o nedeninden sıyrılma ve faizli borçtan kurtulma anlamını taşır bir nevi. Ну а теперь к теме моего выступления. Я назвал свое выступление так: цивилизационный тупик и российская альтернатива. Evet, şimdi bizim toplantının asıl konusuna dönersek, ben onun adını ismini şöyle adlandırdım: uygarlık çıkmazı ve Rusya alternatifi. И речь пойдет об экономике, и я сразу же хотел вот поблагодарить профессора Бендира. Он смотрит, что называется, в корень. Evet, konumuz faiz olduğu için ve ben özellikle Abdülaziz Bayındır'ı tebrik ediyorum, çünkü o tam bu işin meselenin köküne bakıyor. Если мы хотим действительно спасти мир, то мы должны отказаться от экономики кредита. Eğer biz gerçekten dünyayı kurtarmak istiyorsak, bu ekonomiyi krediden kurtarmamız da lazım. Я не хотел бы сегодня подробно раскрывать все механизмы, но по этому поводу скажу, что нужно перейти к экономике финансирования. Ben bugün bütün özelliklerini açmayacağım ama finans sisteminin kredi şekline vurgu yapmak istiyorum. Ну, в двух словах, как это могло бы выглядеть? Может быть, вы как-то эти идеи можете у себя пообсуждать и развивать дальше. Birkaç sözle onlardan bahsedeceğim ve siz de aralarınızda bunu konuşabilirsiniz de aslında. Конституция нашей страны, в том числе, да, я думаю, вас, провозглашает права человека и, как минимум, право человека на жизнь. Rusya anayasası insanın haklarından bahsediyor. Но это только слова, это бумага по поводу того, что у человека есть право на жизнь. Ama bu sadece bir sözdür ve kağıtta yazılı olarak yani insanın bir hür hakkı vardır diye. А как оно обеспечивается, если у человека вот конкретно, у конкретного человека нечем кормить себя и нечем кормить детей? Вчера я таких людей видел сидящими на асфальте с коробочками или с шапками. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Eğer bir kişi evine veya bir geçimini sağlayamıyorsa, çünkü ben dün Gezi'de böyle bir insanları da gördüm ki onlar kutularla oturup bir para dileniyorlarmış. Как бы такое право могло быть реально гарантировано? Böyle bir hukuk nasıl real olarak garanti verebilir? Наверное, не через кредит. Если у человека нет денег на еду, то вряд ли кредит его спасет. Tabii ki kredi sisteminden değil, çünkü böyle bir insanı kredi kurtarmaz. Грубо схема должна выглядеть так. В начале месяца каждый человек получает, вне зависимости от того, работает он или нет, некую сумму, которая вполне достаточна ему для того, чтобы прожить в течение месяца. Şöyle bir şema çizelim ki bir insan ay içinde öyle bir rakam alıyor ki maaş olarak ki o bir aylığına yetiyor. Bir ayı geçindirecek kadar para alabiliyor. Еще раз повторяю, даже если он нигде не работает вообще. Eğer bir yerde çalışmasa bile, он все равно должен жить. Yine de o yaşaması lazım, o insanın. Это некий минимум. Но эти деньги, они исчезают с его счета через месяц, если он их не израсходовал. Eğer bu kişi o paraları harcamasa, o bir ay içinde onun kayda geçen o para kaydından siliniyor. То есть эти деньги могут идти только на первоочередные нужды. Поесть, попить, заплатить за жилье. Yani bu para ilk gereken şeylere masraf olunması lazım. Bu da yeme, içme ve yaşam. И тем самым гарантируют ему реально право на жизнь.
Yani bu onun hayatını sürdürmesine bir garanti oluyor bir nevi. Но эти деньги являются мощнейшим инструментом развития экономики. Ama bu para bir ekonominin gelişmesinde büyük bir rol oynuyor. Потому что люди, раньше неимущие, начинают нести эти деньги, платят за товары, значит, возрастает потребность в этих товарах, значит, развивается производство, растут налоги, и государство начинает нормально функционировать. Bir açıdan da o insanlar ki bir para elinde olmadığı zaman şimdi ellerine para geçti ve bunlar bu parayı kullanarak devlete katkı sağlıyorlar ve devletin ekonomisi de onlar sayesinde gelişmeye başlıyor. Второй вопрос тоже такой вот мировоззренческого уровня, это вопрос налогов. İkinci sorumuzda, problemimizde şöyle bir düşünce açısından. Сегодня налоговая система устроена так, что страдает прежде всего тот, кто больше всего работает. Bu vergi sistemidir ve öyle bir sistem oluşturulmuş ki vergiler daha çok ne kadar çok çalışıyorsa o kişiden o kadar da çok alınıyor. И, как правило, обходит эту систему тот, кто много потребляет. Он потребляет через офшоры, через какие-то финансовые схемы, через юристов продуманные схемы. Ve bu bu şeyden vergiden kaçanlar en çok da kullanıcılar sayılıyor. Çünkü onlar her türlü yolları deneyerek o vergilerden kaçma yolları. Yani zenginler sayılıyor. Zenginler. Zenginler, evet. Должен быть один налог. Налог на потребление. Ama sadece bir vergi olması lazım. O da kullanım vergisi. Если ты хочешь производить, производи. А вот если ты потребляешь, вот тогда ты платишь. Eğer üretmek istiyorsan üret. Fakat onu kullanmak istiyorsan ve harcamak istiyorsan o zaman onun vergisini ver. Тогда если я покупаю велосипед, то мне не нужны автобаны, мне не нужны заправки, мне не нужно многое-многое другое, то, что нужно тому, кто покупает Mercedes. Eğer ben bir bisiklet alıyorsam, bana bir otoban, bir petrol istasyonu gerekmiyor. O onu, Mercedes alan kişiye gerekiyor. То есть платить налоги прежде всего должен тот, кто много потребляет. Для него очень много государство должно создать. Vergi veren kişi o ki daha çok kullanan, daha çok şeyleri yani o misal getirdiği Mercedes'i almışsa onun için yapılan o otobanlar, o petrol istasyonlar kullanımda daha fazla olduğu için ondan daha çok vergi alınması lazım. В своем выступлении я хочу показать, что цивилизация находится в тупике, абсолютно непреодолимом. Ben şunu da vurgulamak istiyorum. Eski konsepte şu anki uygarlık çıkmazdadır. И сказать о том, что за последние 25 лет Русь разработала альтернативную концепцию. Ve son 25 sene içinde Rusya alternatif bir konsept geliştirmiş. Ядром которой является новая концепция денег. Onun çekirdeği olarak yeni para konsepti oluşmaktadır. Опять же, если говорить на языке образов и, может быть, более близких вам понятий. Benzerlikler dilinde konuşursak şunu da açıklayalım. То я скажу так, нынешняя концепция деньги это деньги это господин. Ve ben şunu söylerim ki para bu bir efendi. Наша концепция деньги это слуга. Bizim konsepte para bu kölelik veya hizmetkar. Вот, собственно, такое мировоззренческое, что ли. Но когда господин Бендир говорил о том, что этому будут противодействовать многие силы. Ne zaman ki Bendir hoca bunu buna karşı çıkacak güçlerin olacağını söyledi. Отчасти я с этим согласен, но хочу сказать, что сегодня абсолютно все понимают, что все равно жить дальше так невозможно на земном шаре. Bir kısmıyla ben kısmına razıyım, fakat
Herkes bunu anlıyor ve biliyor ki bunun bu gidişat iyi değil. И я вам приведу вот цитату из выступления даже кого бы вы думали Барака Обамы. Eğer isterseniz Barack Obama'nın bir sözünü de nakledebilirim. Он говорит: мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимных интересах. Это слайд первый. Вот верхние строчки вот здесь. Вот это? Да, да, вот верхняя строчка. Мы должны начать новую эру сотрудничества, основанную на взаимных интересах и взаимном уважении, отметив при этом, что прежняя политика вызывала в мире рефлексивный антиамериканизм. Это говорит президент Соединенных Штатов. Biz diyor, Barack Obama diyor, 2009'da Birleşik Milletler Asamblesi'nde şöyle konuşmuş. Biz diyor yeni bir asır, işbirliği asrını oluşturmalıyız ki onun temelinde saygı olsun. Saygı olsun ve eski politika dünyada eski politika refleksif anti Amerika'ya karşı olan bu kötü anlayışı da kaldırsın. Америка, каши, инсанлары. То есть, он понимает, что весь мир уже будет не принимать Америку на уровне инстинктов даже. Yani o da anlıyor ki dünya artık Amerika'yı hislerde bile kabul etmeyebilir, kabul etmez. То есть даже страна, которая имеет максимум преимущества от нынешней системы, она и то понимает, что все равно так дальше жить нельзя. Yani bir devlet и bütün güçleri onda olduğu halde böyle devam ettirmesini onlar da anlıyor artık. И вы знаете, что самый большой долг в мире на сегодня у правительства Соединенных Штатов Америки. Ve bilindiği üzere herkes de bunu biliyor ki Amerika'nın bugünkü günde en büyük borcudur. Devletin borcu. Ney? Ney Amerika'nın en büyük borcu? Американское правительство. Акамонда. А вот я вам скажу такой парадокс, о котором не все, может быть, догадываются. Bir şey söyleyeceğim ki siz onu, herkes bunu düşünmüyor, я düşünemiyor. Если вы в интернете, у вас есть русисты, по-русски наберете, кому все должны? Eğer siz internette, Google'da, kim, kime daha çok borçludur yazarsanız, Rusça, вам будут высвечены все страны земного шара. Sizin karşınıza bütün devletler, ülkeler çıkar, listesi çıkar. И по всем странам будет указан долг правительства. Ve her ülkenin de ne kadar borcu olduğunu görürsünüz. На первом месте там будут Соединенные Штаты, Великобритания, Япония, Германия, то есть вот самые высокоразвитые страны. İlk olarak da bu gelişmiş ülkeler Amerika, Japonya, İngiltere bulunmaktadır. Они имеют абсолютно невозвратные долги, в принципе. Ну, вы знаете, у Соединенных Штатов это на сегодня гораздо больше 17 триллионов долларов. Evet, onların hiç ödemeyeceği borçları birikmiştir. Но самое интересное, это они не друг другу должны, вот то, что задал вопрос профессор Бендир. İlginç olanı da diyor, onlar birbirine borçlu değiller diyor. Они все должны международной банковской корпорации. Onlar herkes глобальный, ну глобальный. Это МФ, да? Глобальный, нет, просто финансовая, она нет как структура. Но есть финансовая корпорация земного шара, она едина, хотя она структура не представлена. Финансистом мира. Он gözükmüyor, fakat o vardır, herkes de ona borçludur. То есть это долг не межгосударственный, это все государства должны тем, кто управляет деньгами. Yani bu ülkeler arasındaki borçlar değildir, bu ülkeleri yönetenlere borçtur. Ну дальше второй центр Ватикан. Bu tam anlaşılmadı. Bunu bir şey yapalım. Bu nasıl oluyor? Bunlar birbirlerine borçlu değil ifadesi. Вот смотрите, правительство Соединенных Штатов, к примеру, должно федеральной резервной системе. Это частная финансовая корпорация, она к правительству отношения не имеет. Правительство Соединенных Штатов заимствует деньги у федеральной резервной системы.
А Федеральная резервная система – это частная корпорация, evet, которая печатает доллар. Özel şirket ki o bu devlete bağlı olmayan Amerika devleti de ona borçludur diyor. Anladım. Merkez tamam. Bankası. Şey Amerikan Merkez Bankası. Şimdi evet, anladık. Ona borçludur. Heh, tamam. Diyor. Yani tamam. O devlet değil. Hayır bizim Türk izleyici özel anlaması için. Özel şirketler oldu. Türk izleyici anlaması için şey yapmak lazım. Hı-hı. Amerikan Merkez Bankası'nın sahibi Amerika Birleşik Devletleri değildir. Dolayısıyla o alacaklı o Merkez Bankası, Amerikan Devleti değil, onu söylemek istiyorum. Buyurun, şunu söylemek istiyorum ağırlıklı olarak. Bakın dünyada borç alırsınız. Bak diyelim ki bizim bir toplum var. Bizim borçlarımı siz benden alırsınız, ben ondan alırım, o ondan alırdı. Bizim borçlarımız iç aramızda kapanabilir, kendi aramızda kapanabilir. Ama dünyada bu borç alma değil. Dünyada bir bütün ülkeler ülke olarak tepede gelen ve kim herhangi bir devletten asılı olmayarak bir şeyden, strüktürden para borç alırlar. Hepsi de ona borçludular. Bir dünya kararı da bir devlet kararı da bunu karşılayamıyor. Çünkü bu bağımsızdır, trajedi budur. Amerika devleti, Amerika Merkezi Bankası da, devleti de her şeyi de bundan para alır. Bu kimdir? Bak bu yönetiyor parayı. O da arkada bir iki tane Yahudi ailesidir. Evet. Bak problem bu. Başkaları da var. Yani evet. Aileler de var. Ama uluslararası finans sektörü diyor. Struktür budur. Там. Yani, там. Şimdi anlaşıldı. Ну я понял, что мне переводчики помогли понять проблему, да? Еще раз говорю, что, допустим, как живет Россия. России без разницы правительству России брать взаймы у Центрального банка или у Ротшильдов. Это никакой разницы. И тем и другим надо платить. То есть наш Центральный банк, он к России не имеет отношения. Это как бы структура внешняя по отношению к России. Evet, Rusya Merkez Bankası diyor, bir devlete bağlı değil, bağlı olmadığı için diyor. Hiç fark etmez diyor. Hangi ülkeden mi alır borç ya da Rothschild'dan mı, yani özel bir kişiden mi alır? Yani Rusya Merkez Bankası da Rus devletinin değil miymiş? Центральный банк России не относится. Путин несколько раз ставил вопрос о национализации Центрального банка, чтобы он стал нашей структурой. Yok. Но ему это не разрешили. Bağlı değilmiş, fakat Putin bunu özelleştirmek istiyordu. Yani şeye bağlı millileştirmek, izin vermediler. De facto Центральный банк вот по отношению к правительству работает так же, как любая внешняя банковская структура. Evet, дает деньги в долг под проценты. Merkez Bankası tıpkı dışarıdaki özel şirketler, özel kuruluşların para verdiği gibi, borç verdiği gibi o şekilde Rusya'nın içinde çalışmaktadır. Peki o zaman ben bundan sonrasını iyi takip etmek için sorayım da. Hı-hı. Rus devletine ait bankalar var mı? Есть банки, которые именно Merkez Bankası dışında относятся к России, кроме Центрального банка. Нет, банки, они все юридические, и Центральный банк это структура российская, но фактически работа организована так, система так работает, что никто не имеет права вмешиваться в работу Центрального банка. Он независим от правительства, независим. Он ведет свою политику независимо от других органов власти. Aslında diyor Rusya'da bütün bankaların yapısı devletin şeyine bağlıdır ama Merkez Bankası hiçbir yere bağlı olmadan özel tamam bunu ayrıca öğrenmek çalışır istedim. Yani. Tamam bu güzel. То есть мы говорим о факте, как работа организована. Şu anda böyle. А не так, как в бумагах написано. Kağıtta tamam. Olduğu gibi değil. Yani kılavuza göre çalışmıyor Merkez Banka. Bütün o devletin organları, sistemleri, her şeyi merkeze bağlıdır. Ekonomik de olarak Merkez Bankası bankasına bağlıdır. Formalite olarak, kağıtta olarak. Ama çalışma olarak, de facto olarak, yani bir vakasiyel olarak açıdan bağlı değil. Bak durum böyledir. Nasıl isterseniz öyle de anlayın. Burayı çok iyi anlayalım ki bundan sonrası iyi gitsin. Durum budur hocam. Yani şimdi Merkez Bankası tamam devletin değil. Ama diğer bankaların sahibi kim? Bir de söyleyeyim ben baştan çevireyim ki. Merkez Bankası devletin değil, onu öğrendik.
Ama diğer bankalarının sahibi devlet mi? Доктор Баяндер говорит, что для того, чтобы уточнить определенное положение вещей и ориентироваться верно в этом сложном вопросе, я спрашиваю, хорошо, Центральный банк не подчинен России, да, государству, скажем, управленческой силе, государству, верховной силе, а остальные банки как? Остальные банки действуют по правилам, которые введены Центральным банком. Они не могут нарушать правила, которые устанавливает Центральный банк. Evet, diğer bankalarda Merkez Bank'ın uyguladığı kararlara ve şeylerine formalitesine göre çalışır. Ya, uymak zorunda. Evet, uymak zorunda ve o ondan çıkmazlar. Bu mühim bir bilgi. В Конституции записано: Центральный банк не отвечает по обязательствам правительства, а правительство не отвечает по обязательствам Центрального банка. Evet, anayasada yazılı olarak şöyle geçmektedir. Merkez Bankası devletin uygulamalarına karşı gelemiyor. Devlette Merkez Bankası'nın uygulamalarına. Вторая цитата, она выдержка из официальной газеты Ватикана. И она, я ее вчера приводил, это в Ватикане уже говорят, что нужно перейти на принципы исламских финансов. Evet, Ватиканда, Ватикан газетесinden çıkarılan bir yazıdan şöyle deniliyor. Bankacılık ve еще раз может. А вот вторая строчка вот здесь у вас. Вторая строчка вот после первой. Ага. Этические принципы, на которых основываются. Ну, в общем, смысл сказать в том, что они хотят, чтобы по исламским принципам нужно работать. Bütün bankaların İslam sistemine göre çalışmasını önerilmesini istiyor, demek istiyorlar. O uygulamalara geçilmesini. То есть это я все хочу пояснить профессору Баяндиру, что сегодня очень влиятельные люди понимают, что надо что-то менять. Они тоже понимают. То есть они, возможно, не враги наши, они тоже не знают, они не будут против, они не знают, что делать. Evet, ben belirtmek istiyorum profesör Baindir'e şunu ki şu anda güçlü insanlar bu sistemin değişmesini, bu sistemin ne kadar bozulduğunu anlıyorlar, bankacılık sistemini ve değişmesini bilemiyorlar. Belki de onlara yardım etmek lazım, yardımcı olmak lazım. То есть, видите, этот выход ищет президент Соединенных Штатов, Ватикан, и вот, пожалуйста, руководитель МВФ. Bunun çözümünü de Amerikan Cumhurbaşkanı da arıyor, Vatikan'da da aranıyor ve IMF başkanı arıyor. Ben bir şey söyleyeyim. Eğer düzeltmek isterlerse ben şahsen bu problemi çözebileceğimize inanıyorum. Yeter ki arkasında iyi bir irade olsun. Если siyasi irade varsa çok kolay. Если есть сила и помощь и желание в этом в реализации этого вопроса, то профессор Баяндир предлагает свою помощь. И конструктивные решения. Да, вот вопросу. Я думаю, что нам не нужно ни с кем бороться, мы не хотим никому зла, мы должны просто предложить оптимальную схему, которая устроила бы всех, все понимают безвыходность ситуации. Evet, biz kimseyle böyle bir savaşa veya bir sorun çözme girmiyoruz. Biz sadece bir konsepti, bir çözüm yolunu, arayışını öğretmek istiyoruz, sunmak tabii, istiyoruz. Tabii, bilim adamları öyle yapar. Doğru. Ведь эту схему, ну как в России говорят, крышует там или возглавляет Международный валютный фонд. Ну вот прочитайте, что говорит руководитель Международного валютного фонда. Evet, bu sistemi Rusya'da mesela MVF, IMF tutmaktadır ve şu kişi böyle diyor. Правда, он после этого перестал работать в Международном валютном фонде. Bu sözlerden sonra... Я скажу больше, против него была затеяна провокация женщины, и стали его таскать по судам, беднягу этого. Он оправдался, но сколько здоровья это ему стоило, и должность потерял. Evet, bu söylemden sonra bu kişi işini kaybetti. Siz Rusça konuştunuz ya, siz zannediyorsunuz ki bir Rusça biliyoruz. Yok, o çevirecek hocam, çevirmesi olmaz. А сказал он следующее, потом вы переведете на турецкий. Строскан, вздумайтесь, сказал, кризис разрушил интеллектуальные основы мировой экономики.
интеллектуальные основы, которыми мы руководствовались на протяжении четверти века. Теперь нам нужна глобализация нового рода, более справедливая глобализация, глобализация с человеческим лицом. Он наш стопроцентный союзник. Sen oradan çevirin. Ben bunu çevirdim şöyle. Kriz bizim ekonomide yarım asır kullandığımız dünya entelektüel özelliklerini bozdu diyor. Şimdi bize bir dünya çapında bir yenilik lazım. Daha adaletli bir yenilik. Yani insan yüzü ile olan bir yenilik. Peki bir soru sorayım bir daha. Şeyde Duma ekonomik konularda kanun çıkarabiliyor mu? Один вопрос я хочу спросить у господина Ефимова. Дума, парламент ваш, имеет ли возможность принимать какие-то решения по этим вопросам? Что касается Думы и парламентов, то это отдельная тема. Переводи. Evet, Duma ve onun parlament dediği şey bu başka bir konudur. Yok yok, kanun çıkarabiliyor mu bu konularda? Değil, özel bu konuduk. Özel hocam buraya konu. Girmez. Tamam, girmiyoruz. Peki, vazgeçtik. Tamam. Geri çıktık. Tamam. Geri vitese taktık. Evet. Tamam. Очень умными людьми, понимающими кое-что в глобальной политике, как-то было сказано. Если вы хотите обрушить какую-то страну, создайте там парламент. Парламентариев можно прокупить и делать со страной все, что вы захотите. Çok akıllı insanlar bu global ekonomi politikasından şöyle bir söz söylüyorlar. Diyorlar ki eğer siz parlamenti, meclisi satın alırsanız istediğinizi söylettirirsiniz. Öyle dedi. Bir ünsür de bıraktı. Dedi ki eğer siz gerçekten de bir çökertme istiyorsanız bir parlamento yaratın. Başka şey değil. Parlamento yaratın. Onlar hepsi alınıp satılır. İstenilen kararı da çıkartabilirsiniz. Tabii bu her yer için geçerli. Так что вот после такой фразы вполне, значит, бывший руководитель МВФ мог бы сегодня сидеть в нашей аудитории. Он, судя по его цитате, наш сторонник. Evet, bu kişi IMF başkanı bu sözlerden sonra tabii ki bizim aramızda da oturabilirdi. Çünkü hemfikirdir. Мы как раз и обсуждаем вот вопрос в той плоскости, о которой он говорит. Biz de şu andaki problemleri aynı ortamda çözmekteyiz, konuşmaktayız. Нашим стопроцентным союзником является президент Соединенных Штатов Авраам Линкольн. Bizim hemfikrimizde önceki Amerika Başkanı Авраам Линкольн de. Вслушайтесь, что он сказал и насколько это соответствует нашей повестке дня. Ничто не урегулировано окончательно, пока не урегулировано справедливо. Можно все время дурачить некоторых, можно некоторое время дурачить всех, но нельзя все время дурачить всех, чем занимаются Соединенные Штаты сегодня. Авраам Линкольн şöyle demiştir. Hiçbir şey sonuna kadar tamamlanmış değil, ancak adaletle tamamlanmışsa. Bazılarını her zaman aldatabilirsiniz. Bazılarını da bazen kandırabilir, aldatabilirsiniz. Ama her zaman herkesi aldatamazsınız ve kandıramazsınız. Вот Соединенные Штаты пытаются действовать вопреки тому, о чем предупреждал Линкольн. Они пытаются дурачить всех и все время. Evet, Линкольн bu sözleri Amerika'ya bir uyarı. Yani onlar her zaman böyle insanları aldattıkları için. Нашим союзником сегодня на обсуждении могла бы стать и Русская Православная Церковь. Я приведу вам выдержку из заявления одного из самых влиятельных представителей Русской Православной Церкви, Всеволода Чаплина. Bizim yanımızda ve burada bulunabilirdi Rusya Pravoslav Kilisesi'nin Всеволоды Чаплин. Önemli şahsı. Önemli şahsı. Biz onunla konuşmadan görüştüğümüz. Я знаю, что вы тоже как-то взаимодействуете с его информацией, но я прочитаю его цитату, которую вам переводчик переведет.
свою модель банкинга, не связанную, Чаплин предложил свою модель банкинга, православного банкинга, не связанную с тем самым ростовщическим судным процентом, на котором строится значительная часть несправедливости современной мировой экономики. У мусульман же получилось устроить банкинг без судного процента. Почему не может получиться у нас? Поэтому вот с этих слов Чаплин предложил свою модель. Evet, Chaplin. İsterseniz önce Chaplin'in kim olduğunu, çünkü bizimle sürekli temasta olduğu için Rasim Hoca bir kısaca bir anlatsın. Şimdi bu söylenilen zat Chaplin, bu doğrudan doğruya Patrick'in takımındadır ve Patrick'la ilgili yani bilgileri, Rus Ortodoks Kilisesi'nde. Evet ve en önemli bilgileri bu yöntemi yürütmektedir. Bu alanı Patrick hanede yürütmektedir. Ve bizim arkadaşımızla bu Chaplin'den doğrudan doğruya temastadır. Bizim konularımız buna gidiyor. Patrikhaneye gidince ve şöyle diyor bizim arkadaşımız, diyor ki ama şimdi bak bunu, bu Rasim Hoca, bizim şu anda izleyiciler bizim diyorum. Konumumuzu bilmiyor. Sen bana konuşur gibi konuşuyorsun. Ha. Ben işin arka planını biliyorum ama arkadaşlarımız bilmiyor. İstersen kısaca onu da bir anlat da. Yani bizimle irtibat kuran kim? Yani isim vermene gerek yok. Hangi kurum ve o kurum bunlarla, yani çünkü zaman zaman bize sorular soruluyor. Bu sorular İsterseniz biz onu biraz kapalı geçelim. Kapalı geçelim. Tamam, oldu o zaman. Tamam. Peki, evet, devam edelim. Ben Sayın İfimov şu anda Sevala Chaplin'in önemli bir Rus kilisesinin büyüğü. Onun sözünü okumak istiyorum. Çağdaş dünya ekonomisi adil olmayan bir şekilde faizciliğe ve faizli krediye bağlı bir bankacılık sistemini oluşturmuştur. Müslümanlar ise faizsiz kredi bankacılığını oluşturdular. Neden biz böyle bir şey yapamıyoruz? Sorusunu sormuş. Вот, собственно, я начал свое выступление с демонстрации сторонников нашего сегодняшнего обсуждения, которые заочно находятся в этом зале, начиная с Барака Обамы. Evet, ben de bugünkü konuşmamı burada bulunmayan bu kişilerin sözleriyle başladım ve aktardım sizlere. Bulunmayan ama gıyabidir bulunan. Gıyabi. Gıyaben bulunan, evet. Gıyabi bulunan. Evet. Ama işte o Chaplin'in bir sözü vardı. Biz bu konuda yokuz gibi, yapamayız gibi bir şey vardı. Bana anlatıyordun. Hocam, şimdi bu sözü Chaplin söylemiş. Belki biraz önce söylemiş. O bu konuya çok heyecanlı girdi. Bizim arkadaş bile söylüyor. Şu anda Chaplin biraz soyumuş kimi görünüyor. Tamam. Geri çekildi yani. Tamam. Evet, gerileme gibi bir söz. Tamam, şu anda geri çekildi. Evet. Теперь я хотел на этой картинке продемонстрировать вам представление о существе цивилизационного тупика. Evet, bu şemada da sizlere birkaç şeyi sunmak istiyordum. Вот, начиная, видите, с 820 года, у меня такая шкала временная. Черный цвет – это кризисы, белый цвет – это короткие перерывы между кризисами. Evet, 1820'den görüldüğü gibi bu şemada beyaz, siyah olanlar kriz dönemleridir, beyaz olanları da o krizin arasındaki normal dönemler. То есть кризис – это не случайность, кризис – это существо ныне господствующей концепции управления. Yani kriz bir tesadüf değildir, ancak bir belirli bir şeydir. Вот белый цвет – это когда страны или выходят из кризиса, или готовятся к нему. Beyaz olan kısımlar ya da ülkelerin ya krize hazırlanmaları ya da o krizden çıkmalarını gösterir. С чем же связаны эти кризисы? Bu krizlerin nedeni neye bağlıdır? Экономика может быть по большому счету разграничена на два типа: экономика роста и экономика достатка. Evet, ekonomi krizleri neye bağlıdır? Bunu da ikiye ayırsak, ekonomik büyüme ve ekonomik yeterlilik, bolluk. Естественной для человечества была бы экономика достатка. Tabii ki insanlar için veya insanlık için
en önemlisi bu ekonomi yeterlilik kısmıdır. У людей есть, как мы говорим, такие демографически обусловленные потребности, которые необходимы для развития интеллекта, мозга, человека как такового. İnsanın bazı ihtiyaçları var ki onlar onun gelişimini, bilimini vesaire şeylerini oluşturmada bu ekonomi yeterliliğin gerektiğini gösteriyor. И в нашей концепции мы говорим об экономике достатка. Она растет до некоторого времени, а потом остается неизменной на протяжении всего оставшегося периода. Bizim konsepte de biz gösteriyoruz ki bu yeterlilik ekonomisi belli bir süreye kadar yükseliyor, gelişiyor fakat o orada bir yerde de duraklıyor ve gelişmesi duruyor. Но в экономике устойчивого развития нет заработка для спекулянтов, для финансовых махинаторов, для банков. Devamlı yükselen ekonomide bu ekonomide kazancı yanlış kazancı elde ya da geliri yapan kişilerin yeri yoktur diyor. Финансовые спекулянты зарабатывают или на подъеме, или на падении. Для них это существо их жизни. Evet, bu ekonominin düşüşlerini veya kalkışlarını kullanan kişiler için bu önemli bir kazanç sistemidir, yoludur. Поэтому думаю, что и у вас, как и в большинстве стран мира, и в том числе у нас, доминирует экономика роста. Каждый год нужно выпускать больше, чем в прошлом году. Ve sizin de olduğu gibi bizim de aynı şey ekonomide diyor her sene üretimin daha fazla olması lazım ki bu ekonomi büyümesi gelişsin. Этот рост может быть линейный. Вот здесь у меня штрих-пунктир такой нарисован. Evet. Линейный рост. Линейный. Ну вот как это. Да, бу эконом не знаю. Bu ekonomi büyü. Evet. Bu tam padugun ortadan gelen o kesintili doğru. Но есть еще разновидность экспоненциального роста. Вот вторая кривая, уходящая вверх, это экспоненциальный рост. Экспоненциальный. По экспоненте, развитие по экспоненте. Вот как это сказать? По экспоненте развивается раковая опухоль. Когда вот экспонент denen matematiksel bir yorumdur. O görürsüz doğruyu gittikçe aşar ve daha yükseldikçe daha sert yükselir. O, evet, o kvadratlarda kvadratik kök alma köke şey kendine çarpma usulü ile seçilmiş şeydir. Sayılmış bir doğrudur. Böyle böyle gider. Arttıkça hız daha artar. Вот этот экспоненциальный рост всегда появляется тогда, когда вы хотите, чтобы у вас что-то росло в процентах. Потому что потом идет процент на процент, и он уходит в бесконечность. Очень. Bu diyor ki, siz yükseldikçe daha hızlı gitmek istiyorsunuz. Yani daha önceki seviyeye göre bir manada daha yükseliş gider. Faize doğru yani 10 kat daha yükselelim. Ondan daha yükselelim ve bu sonsuzdur, bunu tutamazsınız. Вот по экспоненте растет раковая опухоль. Вот когда раковая клеточка зарождается, потом они начинают плодиться и растут по экспоненте. А потом она, естественно, погибает. Так и экономика. То есть процент – это раковая опухоль народно-хозяйственного комплекса. Yani diyor ki, bu türde gelişir konser hücreleri. Arttıkça artıyorlar. Arttıkça kanser artıyorlar. Kanser işte, tamam. Da. Kanser hücreleri. Yani. Evet. Ekonomide bu eğriye göre artan ekonomide kanser yoluyla gelir yani. Поэтому как только вы ввели в процент, так у вас просто не может не быть кризиса по определению. Это как вот у вас, если организм заболел раковой опухолью, то все равно конец-то будет. То есть, если эр бу экономия фаиз гирмишься, булашмишься, en son diyor bu kanser hücreleri nasıl kayboluyor ölüyorsa o şekilde de diyor ekonomi kaybolur. Kanser hücreleri ölmüyor. Kanser hücreleri vücudu öldürüyor. Öldürüyor evet. Faizli sistem ekonomi de büyümeyi öldürüyor.
Ve ekonomi öldürür, ekonomi. Devleti öldürür. Evet. Evet. И поэтому вот картинка предыдущая, она как раз и говорит о том, что это невозможно в принципе развиваться, если у вас есть процент. Ve önceki tabloda, şemada gördüğümüz gibi, это вот, orada da görünüyor ki, eğer sizde faiz varsa siz bir gelişme, bir büyüme yaşayamazsınız. То есть вы развиваетесь, потом обвал, потом снова развиваетесь, потом снова обвал. Büyüyorsunuz, по-другому не düşüyorsunuz, быть. Büyüyorsunuz ve düşüyorsunuz. Düşüşler yaşıyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Şimdi kusura bakmasın da mesela bunu bir çocuk kabul edin. Bir insan kabul edin. Kafasını yukarıya kaldırıyorsunuz. Aa ne güzel diyor. Küt diye aşağıya. Это, бы кальдируетесь кют тие. Это подобно тому, как вот вы делаете подъем, развиваетесь, падаете, развиваетесь, падаете. Вот такой. А есть специальные структуры, которые Чит. Зарабатывают на том, что вы поднимаетесь, а потом, скупив там все, зарабатывают на том, что кют. Вы падаете. Они да. зарабатывают и на этом, и на этом. Но они вообще не зарабатывают, если Ровно вы развиваетесь еще, вот да. так. Да, 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 если да, вы да. развиваетесь вот так. То они не зарабатывают вообще. Вот в чем вопрос. Bazı kuruluşlar var ki diyor, sizin kalkışlarınızda kazanırlar veya düşüşlerinizde kazanırlar. Ancak sizin düz kazancınızda devletin ekonomisinin düz gittiği zaman onlar kazanamazlar. Устойчивое развитие. Yani istikrar olduğu zaman onlar kazanamıyor. Устойчивое развитие для них это смерть. 30 sene size şunu söyleyeyim, çağdaş bu bankacılıkta ve ona yakın ekonomik uygulamalarda bunlar oynuyorlar, oyuncular borsada. Bir, 30 saniyelik oyundur. 30 saniyede düştü, kazandı. 30 saniyelik kazandı. Düştü, 30 saniyelik. Düşüşte kazandı, kalktı, kazandı. Düştü, kazandı. 30 saniye, 1 dakikaya oynuyorlar, oyun gidiyor borsada. Bak bunlar kazanır. Ona göre sen doğruda geçsen, sende bu şey oynamalar olmasa yani o oynamalar yapaydır. Onlar da kazanmaz. Spekülasyon kendisiyle çıkar gelir yaşamına. Aslında biz burada borsayı hiç gündeme getirmedik. Önceki senelerde getiriyorduk. Мы совсем говорили о борсе совсем не говорили. Borsa da aynen bankacılık gibi uluslararası da, çok evet. büyük bir oyun. Evet, o çok oyundu. Yani Sayın Yefimov'un dediği gibi istikrar, ekonomide istikrar olduğu zaman böyle bu tür kişiler hiçbir şey kazanamaz. İsterseniz o borsa konusunu bir tercüme edin de şeyden söyle, az önce söylediğim. Tamam. Borsa da bankacılık ki uluslararası çok büyük bir oyun. Bunu, birja, bunu da, как и банкинг, является большой игрой. Да. И вот, собственно, расхождение Корана и Библии, они вот в этом. Или вот так развиваться, или развиваться вот так. Evet, Kur'an'la Biblia'nın arasındaki ayrılık işte buna bundandır ki ya böyle yukarıya doğru gelişeceksiniz ya da düz şekilde gelişeceksiniz. Yani bir dakika şimdi onu şey, bizim Türk dinleyici hiçbir şey anlamaz bu tercümeden. Yani şimdi şöyle daha önceki konuşmalarımızda şunu mu söyledi? Kur'an-ı Kerim'de faiz yok. Dolayısıyla gelişme güzel bir istikrarlı bir seyir izler. Ama bugünkü Ahd-i Atik'te faiz ve sömürüye yönelen ifadeler var. O kaldırır indirir. Onu mu dedi? Yani вы говорите о том, что если развиваться по Корану так, значит здесь не будет, да, вот этой игры. Да. А если развиваться между отличие между Кораном и этими вот системами? Я сейчас поясню дальше, да, как раз. Я сейчас об этом буду говорить. Чем Анатёром? Почему я сделал такое заявление? Потому что вот я вам привожу выдержки из Библии, Ветхий Завет, книга Второзакония. Tamam. Ben bunu neden böyle konuştuğumu şimdi anlatacağım size. Çünkü ben Biblia'den Tesniye'den şöyle bir alıntıyı okuyacağım size. Вы перевели уже эту или нет? Вот в Библии сказано напрямую, хотя у нас это подробно, все выдержки из Библии в наших работах приводятся. Там, значит, мы называем это доктрина второзакония Исаии. Есть во второзаконии две серьезных выдержки, и есть еще у пророка Исаии, связанные с этим. А звучит так: «И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать».
Evet, bu şemada önceki şeyi belirtelim tekrar ve bu ayeti sonra okuyacağız. Eğer Kur'an'ın söylediği faiz yoktur ve bu şemada istikrar düz devam eder. Yani faizsiz ekonomi istikrarlı gider. Bu Kur'an'a göre. Çatıştığı noktada budur ama Biblia, Eski Ahit veya her ikisinde faiz olduğu için istikrar her zaman krizler yaşayacak, çıkış, iniş ve bu nedenle de Kur'an'la çatışma noktaları bunlardır. Ну, а Коран, вы знаете, суру 2, он осуждает проценты как сатанизм. Kur'an'ı da siz biliyorsunuz, bu Bakara'da getiren 275 ve diğer grup ayetler şeytançılık olarak faizi yasaklıyor ve faizi şeytançılığın bir çeşidi olarak tanımlıyor. Поэтому Коран воспринимается хозяевами библейской концепции как самый опасный документ, который подлежит закрытию. Kur'an. Sen Kur'an'ı anlat, ondan sonra buradan bak. Onun için Kur'an bu faize yasak getirdiği için Biblia projesine göre Kur'an'ın saklanması, ortadan kaldırılması gerekiyor. Nedeni de budur. Işte. Yani bu şeyin tespiti gerçekten Yefimov'un tespiti son derece önemli. Ona biraz vurgu yapalım yani. Çok это önemli. Очень очень важный момент, который вы господин Ефимов излагает. И мне кажется, что на нем имело бы сделать акцент, немножко остановиться и порассуждать. Ну, evet, минутку. Прочитаю. Переведете. Проведу пример. Daha önce okuduğu, Tevrat'tan okuduğu bir alıntı, adresini söyleyelim. Tesniye 28. bab, 12. 14. ayetler arası pasuklar. Evet, Rab ülkenize yağmuru zamanında yağdırmak ve bütün emeğinizi verimli kılmak için göklerdeki zengin hazinesini açacak. Birçok ulusa ödünç vereceksiniz. Buradaki ödünç borç, kredi, borç demek. Kredi vereceksiniz. Siz ödünç almayacaksınız. Şimdi bakın arkadaşlar, burada bak Yefimov'la birlikte bunun üzerinde çok duralım. Bu kelime çok mühim. Bu kelime çok mühim. Borç vereceksin, borç almayacaksın. Yani borç vermeyeceksin. Dolayısıyla вот это, да, профессор говорит. Не будешь давать, не будешь брать. У других народу. То есть давать будешь, брать не будешь. Чунки борщ алан кёле ол. Да, да, своим. Давай только чужим, да, кого да. Хочешь покорить. Evet. Sen deyir, kendilerine verme. Yani kimi sen şeye almak istiyorsanız köleliğe, onlara ver borç. Bu çok önemli. İsterseniz ben yani bu mesele, bu çünkü onların asıl hareket alanı oldukları için bunun üzerinde bunu bir iyice bir pişirelim isterseniz. Давайте şöyle. Мы на этом тезисе остановимся основательно вот на этом тезисе. Şimdi kusura bakmasın araya gireceğim. Извините, я должен буду вмешаться. Так. Çok önemli olduğu için. Потому что очень важно. То есть мешать в том смысле развить, да, сделать, остановить, акцент сделать. Ну, единственное, может быть, я сейчас одну маленькую добавку сделаю, и тогда можно будет более обсуждать, очень важную, да. İsterseniz ben bir ufacık bir ek getireyim, sonra tamamıyla tamam, konuyu tamam, ele alalım. Tamam. Çok iyi. Вот. Çünkü bunun üzerinde mutlaka ben durmak gerekiyor. Чтобы мы не думали, что речь идет только о Библии и Коране, я вам приведу мнение Аристотеля на этот счет. Чей? Это следующий слайд. Аристотель пишет, по сути, о наличии денег двух типов. Деньги, у которых родители труд, и деньги, у которых родители сами деньги. Evet, Aristotel'in bu konuda bir Aristoteles. Aristoteles'in bu konudaki bir sözünü getirmek istiyorum misal olarak. Ki evet, o şöyle diyor. Ну вот я по-русски прочитаю вначале. По-русски это звучит так. Это мнение Аристотеля. С полным основанием вызывает ненависть, ростовщичество. Как дети походят на своих родителей, так и проценты являются денежными знаками, происшедшими от денежных же знаков. Этот род наживы оказывается по преимуществу противным природе.
Biz söyle, siz söyleyeniz, biz söyleyeniz söylüyor. Сейчас перевод, пожалуйста. Doğanın, insanın doğuna, doğasına faiz yasaktır. Yani gelmiyor, yatmıyor. Onun için fıtratın bozulması dedik ya faizle. Fıtratın bozulması faizle, evet. Sen tercüme et istersen. Evet, evet. Evet, açık bir ifadeyle şunu söyleyebiliriz ki, faizcilik, faizciliğe karşı bir nefret vardır. Nasıl ki çocuklar kendi ana babasına benziyorlar, öyle de faiz diyor, faiz şey, öyle de faiz paranın, parada olan o işaretleri diyor, para işaretlerine benziyor diyor. Ve bu kazanç yolu diyor, insanın doğaya aykırıdır diyor. Теперь можем остановиться, да? Можем порассуждать, да. Bitir, bitir. Hocam, şimdi şey, dedi, az önceki tercümeyi eksik bıraktı, onu bitirsin istersen. Tamam. O şeydeki, Ahdatik'teki tercümeyi eksik, onu bitirsin. Tamam, bitirsin. Onu bitirsin ama onun üzerinde duralım. Tamam. Ahdatik'in ifadesi üzerinde duralım. Tamam. Rab sizi kuyruk değil, baş yapacak. Eğer bugün size İlettiğim Tanrınız, Rabbin buyruklarını dinler, onlara iyice uyarsanız, altta değil, her zaman üstte olacaksınız. Bugün size ilettiğim buyrukların dışına çıkacak olursanız, başka ilahların ardınca gitmeyeceksiniz, onlara tapmayacaksınız, emrediyor. Бог предохраняет, предостерегает, что не ходите за другими богами в других системах, понять. Их тимбре да чок не мы. Он на ретекрар мы. Tamam. Önce evet, Tevrat'ın tefsiri mi bu? Tora şehri. Tora da. Да, Тора цитирует Борштар цитирует профессор Тору. Bunu Yahudilerin kendisi yapmış. Yazmış. Türkiye'deki Yahudi cemaati. Это издано со стороны турецкой иудейской общины, которая находится в Турции. Bak burada diyor ki, говорится так. Tanrın Aşem'in sana vermekte olduğu ülkende şehirlerinden birinde aranda kardeşlerinden bir yoksul olursa kalbini katılaştırma ve elini yoksul kardeşine kapatma. Yani kendi dininden olana yardım et diyor. Коротко, если суть, вот считай, что иудеям приписывается «помогай брату своему». Bu neresinde bu? Alt cümle diyor, aksine elini ona kesinlikle açmalı, ona mutlaka gereksinim duyduğu eksiğini yetecek kadar borç vermelisin. То есть дай ему в долг, поддержи его. O karzı hasemuda bir şey yok. Там говорится, не давай под процент, брат. А кенди, birbirlerine yardım. Ha bu bizim yapmamız gereken taraf. Evet. Yani birbirimize yardımcı olmak açısından. То есть, tamam. Опять же, поддержи брата твоего. Burada bir şey yok. Смысл в том, что во второзаконии говорится, я дословно все знаю, не отдавай в рост под процент брату своему. Yani kardeşime faiz olarak borç verme. Ни серебра, ни хлеба, ничего другого, что можно отдавать в рост. Hiçbir şeyi faize verme. А иноплеменнику отдавай в рост. Ama başka şeyden olana, başka yönden, başka aileden olana ver. И тогда все народы мира покорятся тебе. O zaman bütün insanlar, dünyadaki insanlar olan sana boyun eğerler. А те, которые не покорятся, будут вообще истреблены. Ama boyun eğmeyenler yok olacaklar. Это уже пророк Исаии. То есть вот, это называется peygamber. Доктрина второзакония Исаии, связанные вещи. Bu İsa'nın bu doktrininden gelen bu tasviyedir. Evet, o cümleyi bir okusun isterseniz. Okusun, oku. Evet. Kardeşinize para, yiyecek ya da faiz getiren başka bir şey, ödünç, borç verdiğinizde ondan faiz almayacaksınız. Yabancıdan faiz alabilirsiniz ama kardeşinizden almayacaksınız. Böyle yapın ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede el attığınız her işte Tanrınız Rab sizi kutsasın. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi başlayalım. Başlayalım mı şimdi? Da da. Nasıl tamam. Yapmışız da? Da, вот это. Ama o şeyin ilk cümlesini okuyalım. O Ahdatik'in
başka borç vereceksin az önce okumuştunuz. Evet. O ilk cümleden başlayalım. Начнем вот с этого, наверх вот идите. Самое главное, на мой взгляд, что мы должны понять, что вот эти призывы, они ведут к экспоненциальному росту. Вот, biz şunu anlamalıyız ki, bu tüm söylenenler o eksponente dedik eğriye getiriyorlar. Yani artırıcı da artacak, artırıcı artacak. İsterseniz söyleyin de Ahtatik'in borç ver, borç alma cümlesinden başlayıp tartışalım, orayı açsın. Откройте следующую. Да, давайте начнем вот с этого тезиса второзакония. Еще раз огласите. Ну вот это такая центральная, концентрированная часть. Это алгоритм, как управлять странами и народами. Ну вот, может, это переведите, что это центральная часть, которая дает, значит, технологию управления странами и народами. Merkez bir yönetimden şöyle bir teknoloji, yani bir unsur veriliyor ki bu ülkelerin üzerinde nasıl hakimiyet, nasıl yöneteceksin diye. И будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И будешь господствовать над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. А дальше говорится, и будешь ты головой, а не хвостом. Evet, birçok ulusa ödünç vereceksin, siz ödünç almayacaksınız. Rab sizi kuyruk değil, baş yapacak. İstersen buradan başlayalım. Bir şey daha vurgulayayım. Bir daha vurgulayalım. Ana fikri. Bu insanları, dünya insanlarını köle yapma ana ilkesi buyurulmaktadır. O çok mühim konu. Soru budur. Sadece bir faizi ya borcu anlatmıyor. Dünyaya hakim olma ilkesini anlatıyor. Budur. Tartışalım. Tamam. Bu şuna benziyor. Ben esas Kur'an'daki kısmına gelmeden önce şunu söyleyeyim. Сейчас я скажу, что на что это подобно, на что похоже, а потом мы приступим к Корану. Buyurun. Yani insanların ceplerini boşaltmadan önce onlara uyku ilacı ver. İnsanların neyin? Ceplerini boşaltmadan önce uyku ilacı ver. Это подобно тому, чтобы прежде чем опустошить карманы людей, дай им снотворное. İnsanlar büyük bir zevkle uyurken bunlar da ceplerini her gün azar azar boşaltıyor. İşte bizim bildiğimiz din. Din это то, что мы знаем как вера. Вера религия. Yani din sadece affedersin. İkisinin de ortak anlamı boyun eğmektir. Вот эти din и deyn, два каврама, которые два понятия, которые проходят коряд, значение обоих преклоняться. Склонять голову. Din Allah'a boyun eğmektir. Allah'tan başkasına boyun eğilen dini Allah kabul etmez.